проголосовать. На выборах губернатора Самарской области жители региона смогут 8, 9 и 10 сентября. Информируют в телеграм-канале железнодорожного района. Но организация выборного процесса начинается задолго до этого времени и заканчивается также не сразу. Какие этапы включают в себя выборы и что важно знать избирателям, чтобы не упустить шанс поучаствовать в судьбе региона, рассказывают на страницах телеграм-канала в опубликованных карточках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают о том, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми предоставляется единовременная выплата родителям при рождении близнецов, двух и более детей. За оформлением пособия одному из родителей нужно обратиться в МФЦ, либо заполнить документы на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. Жителей Советского района в телеграм-канале приглашают пройти диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, один раз в 3 года, в возрасте от 40 лет и старше ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно, по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Департамент городского хозяйства и экологии на страницах своего телеграм-канала запустил опрос для жителей города. В каких скверах вы больше всего любите тренироваться? На выбор представлены 6 локаций и графа «Свой вариант». Напомним, в столице региона продолжают обновлять общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». По желанию жителей, в парках и скверах города появляются новые спортивные и детские площадки. Проводится озеленение территорий, а также обустраиваются зоны отдыха.